юристов Российской Федерации. Я от души поздравляю с этим профессиональным праздником всех тех, кто связал свою судьбу с железным конем. И в этот день желаю всем доброго здоровья, безопасной поездки и дальнейшего сохранения любви и уважения к отечественному и зарубежному авто-ретро-автомобилям и любителям, ценителям этой техники. Я думаю, сегодня мы не ставим задачу нажимать на педали, тем более гололед. Я очень прошу держать дистанцию, аккуратно, уважительно проехать, берегя и автомобиль, и своего соседа, и показать, как модернизируется, как меняется жизнь автомобилистов, автомобилестроителей, дорожников нашей республики за эти прошедшие годы. Хорошего пробега. Вас там ждут, нас там ждут сегодня в Лаишево, и музейные работники, и жители этого районного центра. Будет подготовлена исключительно интересная программа. Я думаю, тепло и вкусно покормят всех вас. Хочу, чтобы вы безопасно проехали туда, обратно, в сопровождении технических наших групп, госавтоинспекции, ГИБДД Татарстана. И этим самым мы подчеркнем важность этой отрасли, автомобильной отрасли, жизнедеятельности, экономики и жизни нашей республики. Действительно, 100 лет назад впервые были опробованы грунтовые дороги. И вы знаете, 100 лет назад впервые были использованы щиты деревянные для того, чтобы вот в тех местах, где были заносы, эти дороги не заносились. Это как раз был инновационный элемент того времени. Мы говорим, что неотъемлемая часть всегда дорожного хозяйства – это наши автомобилисты, для кого, в общем-то, и строятся наши дороги.